Во время пандемии произошло повышение покупательского спроса на рынке недвижимости. Эксперты утверждают, что отложенный во время режима самоизоляции спрос на приобретение жилья, вновь попав на рынок, стал более высоким, чем ранее. Этот рынок, он начал расти еще в больших масштабах. И тут в этот момент, кроме того, государство нам дает льготную программу по ипотеке. 6,5% ипотека. Это тоже очень сильно повлияло. По словам Сергея Ерухина, на данный момент спрос на недвижимость превышает предложение. Коронавирус, скорее как-то положительно повлиял на рынок недвижимости не только Севастополя, но и всей России. Это везде так. Люди поняли, что недвижимость за рубежом, она может быть и неплоха, но в нее можно и не попасть никаким образом, когда есть ограничения внутри страны, можно передвигаться свободно. И деньги свои направили внутрь страны. По мнению эксперта в области недвижимости, на сегодняшний день на рынке Севастополя наиболее остро стоит проблема нехватки застройщиков жилья. Новостроек у нас вводится новых очень мало. Проверенных застройщиков у нас можно пересчитать по пальцам и по пальцам одной руки всего лишь. Возможности зайти из материка новым застройщикам, некоторым нет желания, некоторым не предоставляется такая возможность по ряду причин. Подробнее о ситуации на рынке недвижимости Севастополя и России Сергей Ерухин расскажет в новом выпуске программы «Актуальное интервью».